Здравствуйте, я хочу записать ролик о том, как я готовлюсь к посадке семян. Сегодня начну, наверное, замачивать семена. Вот я подготовил стеллажи. Стеллажи я покупал в Леруа Мерлен. Дальше у нас идут на заднем плане. Это у нас идет обычная изоляция, самая дешевая. Вот она на таком вот небольшом утеплителе. Вот, но мне все равно, главное, чтобы отражала лампочки. Я брал, сразу покажу, какие, в общем, какие нашел. Вот видите, Риттер фитолампа 14 ватт. Вот также у меня были лампы, которые я в прошлом году брал. В прошлом году я брал лампы, ну или в прошлые года лампы Униэль, тоже на 14 ватт. Стеллажи эти размером вот в ширину метр, в глубину 60 сантиметров и в высоту 2 метра. Высота полок примерно чуть меньше метра. Это чтобы, когда рассада будет расти, чтобы можно было вот эти вот светильники на лампочках, то есть лампочки на веревочках поднять и регулировать высоту освещения. Также я взял вот такие вот датчики влажности, температуры, ну и заодно это еще и часы. Видите, вот сейчас здесь 28 градусов, только вот включил увлажнитель, увлажнитель тоже вот купил увлажнитель, тут поставил. Вот, и теперь буду вот готовиться. Также я взял новые горшки. Горшки на 1 литр. Так я сажаю обычно в 500-миллилитровых стаканчиках. Но 500 миллилитров это недостаточный объем грунта, чтобы рассада была достаточно качественная. Вот. И хотя в том году была рассада очень неплохая, хотелось бы, чтобы она была еще лучше. Вот, а еще лучше, что можно сделать? Можно улучшить освещение, можно увеличить объем почвы. Вот, сейчас еще увеличилось количество места за счет того, что таких стеллажа получилось 3 штуки. Дальше, чтобы вручную не включать и не выключать эти вот все лампочки, это у нас будет таймер. Ну, взяли механический таймер, потому что механически тяжелее сломать. Вот такой таймер. Вот. Ну и внизу такая вот полка. Ее нельзя было не прикрутить. Внизу полка, она идет. Ну, тут, в общем, там, в общем, идут провода. Можно считать, что там идут провода. Здесь клеенка, которая была еще старая советская. У нас была, завалялась такая клеенка. Также можно сказать, что тут где-то 3 или 4 удлинителя. Вот такие лампочки, в принципе, они поставляются вот с такими вот коннекторами. Можно с помощью этих коннекторов эти лампочки друг с другом соединять. И поэтому вилок нужно втыкать в розетку намного меньше. Что еще? Что еще? Еще, соответственно, вот на подоконнике, видите, здесь лампочки немного другие. Это лампочки Эра. Это лампочки на 18 ватт. Сейчас я найду вот. Надеюсь, сейчас что-нибудь оно. В общем, ладно, я зачитаю так. Это лампочки Эра на 18 ватт. Они подлиннее, чуть больше метра. У них, соответственно, чередование вот этих белых и красных светодиодов. Ну и там дальше опять у меня лампы Униэль идут. А вот там еще такие вот лампы, которые я самые первые покупал когда-то на Алиэкспресс, еще очень давно. Вот. Ну и, соответственно, это южная сторона,
южные окна. Вот. И максимум света попадает еще на подоконник. И лучше всего, конечно, выглядит рассада вот с подоконника. Там вот батареи регулируются, и я их пока что на единицу или на двоечку. Вот сейчас где-то 24 градуса. А, ну вот еще хочу немножко сказать про такие лампочки. У меня дома тоже такие же лампочки, как я приобрел и сюда. И в чем особенность таких лампочек оказалась? У меня, например, в течение 2 лет под такими лампочками лежало несколько пакетиков с семенами, с картинками. И картинки, на, если их сдвинуть, получилось, что одни очень сильно выцвели. Это говорит о том, что даже у этих фитоламп есть ультрафиолетовая составляющая, которая и заставляет выцветать краску. Вот. Так что можем сказать, что вот эти лампы содержат в своем свечении и ультрафиолетовое свечение. И, в общем, я думаю, что это хорошо, потому что стекло ультрафиолет не пропускает на самом деле, и поэтому, да, любое стекло, даже говорят, вот окна с защитой от ультрафиолета поставьте, в этом нет никакого смысла, потому что любые обычные окна тоже не пропускают ультрафиолет, именно поэтому при выносе рассады потом в теплицу необходимо притенять ее, потому что она должна привыкнуть к ультрафиолет, который проходит и через поликарбонат, и через пленку, но не проходит через стекло. Ну вот так я готовлюсь к сезону посадки рассады. Сегодня буду замачивать семена. На этом все. Всем спасибо. Увидимся в следующих видео.